Азов много, и этим азам надо учить молодежь, потому что, ну никак. Тут же, говорю, правильно колодку поставить, тут же, ну, говорю, там нюансов много по нашей работе. Так что с теорией просто так ничего не сделаешь. Мой наставник Петров Паша, да, я пришел, он на Октябрьской был, вот он меня учил, что и как. В нашем деле самое главное — внимательность, бдительность. Нахождение на ЖД путях, сами знаете, что это такое.